Жизнь непредсказуема. И иногда всех этих непредсказуемостей слишком много. Как ты к этому пришла? Просто одно накладывается на другое. Вот это я сделал, когда отец ушел. Мне было лет 10. Прошлая неделя, первый день в новой школе. Ужас. Я так не могу. Папа, я так больше не могу. Я не могу так жить. Я просто не хочу так больше. Я долго просплю, они думают, у меня депрессия. Это так. Мне грустно. Мне тоже. Я знаю, вы меня ненавидите. Я понимаю. Если бы я могла измениться, то сделала бы это. И вы могли остановить это. Я мог. И еще как минимум дюжина других людей. Ты совсем одна в высоком небе и понимаешь абсолютно все, кроме того, как приземлиться. Ты будешь думать, что боль не прекратится, но она уйдет. И с каждым новым вдохом будешь становиться сильнее. Обещаю, ты справишься.